Айя, я вижу чужаков на моей земле. Приведи их во дворец, быстро. Но мне нужно домой. Мои родители сойдут с ума. Великий дракон призвал вас. Повинуйтесь ему. Кэти? Я же сказал, что ее нет, па. Она исчезла. Ее, возможно, даже нет больше на этой планете. Тишина. Великий дракон, твои смиренные слуги дрожат от страха, ожидая тебя. На колени. Или вы умрете. Кинокорпорация Австралии, киностудия Шанхая и телевидение Польши представляют телесериал «Чародей. Страна Великого Дракона». Автора сценария Марк Ширифс и Джон Томпсон. В главных ролях Лорен Хьювитт, Райан Куэнтен, Леонард Фанк, Энтони Вонг, Хезер Митчелл, Е. Манг, Ленард Смит, Питер О'Брайен, Хук Син, Гуи Йеллан. Оператор Дэнни Баттерхэм. Художники по костюмам Джули Маккаллум, Кью Рэнксин, Мария Вайдун. Композитор Ян Дэвидсон. Режиссер и продюсер Ноэл Прайс. Великий дракон, могущественный правитель и защитник, хранитель Оракула, великий и страшный правитель, повелитель земли, воды и неба, твои смиренные подданные приветствуют тебя. Ты забыл сказать, господин Вселенной. Великий дракон, могущественный повелитель и защитник, хранитель... Теперь поздно, ты уже пропустил. Вон великий дракон. Кто вы? И как вы попали в мою страну? Их привез ученик Мэг. Он построил удивительную лодку. Я тебя не спрашивал. Встань, ученик. Где музыкальные камни? Великий дракон, когда я работал над ними, то сделал важное открытие. Когда я изменил частоту резонаций... Меня не интересует наука. Я хочу музыкальные камни. Я построил корабль. Корабль, который может перемещаться между мирами. Этих людей я встретил в моем путешествии. Это Кэти Морган, Великий Дракон. Ты можешь поклониться. А это Ашка. Чародей Ашка. И какие подарки вы мне привезли? Мне жаль, Великий Дракон, но мой визит не был запланирован, и я ничего не привезла. Совсем ничего? В моем мире, Великий Дракон, чародеи получают подарки, а не дарят их. Но у меня есть великая сила, не меньше вашей. Хотите, я продемонстрирую? Хотите? Не делайте ничего, что может его задеть. Но? Мои силовые доспехи, мощное оружие. С его помощью я могу защитить вас. Мне не нужна твоя защита. Оракул. Да, великий дракон. Разрушь ту статую. Оружие здесь запрещено. Снимите доспехи. Доктор сказал оставить повязку на сутки. Но ведь жарко. Оставь. Карл,
Если Кэти еще не вернулась в лагерь, мы нальем бензина и сразу в полицию. Они не сильно помогут, если ее похитил пришелец. Кэти не похищал пришелец. Так кто же был этот парень, которого я видел? И как насчет молнии вокруг той лодки? Доктор все объяснил. Это ушиб головы. Я видел, как Кэти исчезла. Почему бы вам не поверить? Это невозможно. Прекратите сейчас же. Карл, долго еще? Ну, не знаю. Я, конечно, не уверен, но... По моим подсчетам, мы должны быть в лагере минут... через 20. А ты, девочка, какой ты мне принесла подарок? У меня есть вот это. Что вы с этим делаете? Это едят. Сперва надо развернуть. Это самая вкусная вещь, которую я только пробовал в жизни. Оракул? Да, великий дракон. Кэти получает свободу во дворце. Да, великий дракон. Зензо, выдай ей браслет. Ученик Мэг. Я все еще хочу получить мои камни. Вернись в училище и закончи их. Великий дракон, когда я смогу вернуться в мой мир? Завтра. А сегодня мы будем веселиться. Ая, отведи Кэти в гостевую комнату. Но мои родители будут волноваться. Какая мне разница? Это твоя комната, Кэти. Нравится? Да, отличная. Вы уверены, что ваш брат отпустит меня завтра? Если ты его ничем не расстроишь. А это тебе? Отлично. Принцесса, а что со мной? Как вы это делаете? Я великий дракон. Я могу все. Тебя это впечатлило? Да, великий дракон. Хорошо. Теперь ты мой друг, и можешь называть меня сам. Отведите их в игровую комнату. Что вы задумали для меня, великий дракон? Нечто особенное. Я решил сделать тебя командующей моей армией. Маршал Ашка, вот твоя армия. Это самая потрясающая армия на свете. Ты со мной не согласна, Ашка? Да, великий дракон. Нет, солдаты все грязные. А дело командующего их почистить. Я вернусь после обеда и проверю их. Чувствую себя как дома, Ашка. Пошли, Кэти, научишь меня играть. Ну давай, Зензо. Игра Кэти не будет веселой, если ты не будешь гоняться за нами. Боюсь, я слишком стар для этого. Научи меня другой игре.
Великий дракон, вооруженные варвары пытаются пересечь границу. Это будет весело, Кэти. Пошли, посмотрим. Оракул, покажи мне границу. Здесь проход на нашу территорию, Великий дракон. Наше долгое странствие окончено. За этой рекой страна Великого Дракона. Страна изобилия, где вы и ваши семьи могут хорошо есть и долго жить. А что, если Великий Дракон нас не пустит? Говорят, у него есть волшебная сила. Старый дракон мог бы ее иметь. Он умер. Теперь правит его сын. А он всего лишь мальчик. Вы что, боитесь мальчика? Нет. Я обещал вам новый дом. Вот он. Так возьмем его. Пожалуйста, приготовьтесь, Великий Дракон. Я готов наказать этих воинов. Нет, я хочу поговорить с варварами. Слушаюсь, Великий Дракон. Кто осмелился напасть на страну Великого Дракона? Я Шарак. Мои люди изголодались. Мы шли издалека. Нам нужна еда и кров. Это не мое дело. Уходите. Если он не даст нам то, что мы хотим, мы сами возьмем это. Вперед! Оракул, накажи его. Приказ выполняю. Приготовьтесь. Смотри, Кэти, самое интересное. Отступаем. Оракул, я насмотрелся. Да, Великий Дракон. Наш отец проявил бы милосердие. Я устал слушать, что сделал бы мой отец. Скажи, я правильно поступил, Кэти? Ты поступил правильно, Сан. Видишь, я же сказал тебе, хватит говорить о родителях. Это и мои родители. Но я Великий Дракон, и ты будешь делать то, что я скажу. Уходи! Зензо, я хочу, чтобы ты устроил банкет в честь моей победы. Иди сюда. Кэти! 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 У нее нет никакой теплой одежды. Знаешь, я думаю, с ней все будет нормально, милая. Оставайся здесь с Джошем и отдохни. Я смотаюсь, залью бак, и потом мы поедем в полицию. Постараюсь как можно быстрее. Пошли. Давай разведем огонь и сделаем чаю. Я принесла тебе поесть. Кэти, мне нужно бежать из этого мира. Я чародей. Я не могу подчиняться ребенку. Мы можем убежать на корабле Мэг и отправиться в твой мир. Нет. Сан сказал, что я могу вернуться домой завтра. Я верю ему. И попрошу отпустить тебя со мной. Я не думаю, что он вообще нас когда-нибудь отпустит. Я иду с тобой. Извиняшка. Кэти! Эй, 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 эй
Ну вот и ты. Мне скучно, Кэти. Развесели меня. Зензо, принеси еще пирожных. Да, великий дракон. Кэти, я хочу, чтобы ты на осенние праздники организовала соревнования по метанию пирожных. Но я собираюсь завтра домой, помнишь? Ты же обещал мне. Я изменил решение. Ты остаешься. Но я хочу к моим родителям. Мне не нужны родители, тебе тоже. Ты была права. Он не собирается нас отпускать. Держи. Спасибо, Кэти. Что вы тут делаете? Великий дракон вас послал? Да, он. Нет. Мы убежали из дворца. Сам не отпускает нас домой. Нам нужна твоя помощь. Я должен закончить музыкальные камни. Я не могу опять ослушаться великого дракона. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Нет, Ашка. Мэг, ты сказал, что отправишь меня домой. Ты обещал. Я быстро настроюсь на чистоту мира, Кэти. Ты собираешься вернуться в твой мир? Никогда. Я надеялась, что ты мне покажешь свой. Я готов. Не с места. Сан, пожалуйста, отпусти меня домой. Ты мне больше не друг, Кэти. Ждите в училище, пока я прибуду к вам. Давай! Вспомни ту статую, Ашка. Мастер Линк, задержите их, пока я не прибуду. Почему вы не хотите делать то, что вам говорят? Дай мне твой браслет. Она не вернулась. Что, если она... Даже не думай об этом, Вики. Полиция найдет ее. Но она...
Почему ты убегаешь? Я сделал тебя моим царственным компаньоном. Я думал, ты мне друг. Я же сказала, я не принадлежу этому миру. Я хочу вернуться к родителям. Ну, а теперь ты как я. Ты их больше не увидишь. Пожалуйста, Сан. Если ты позволишь Мэку вернуть меня в мой мир, я могу дать тебе сколько хочешь шоколада. Ты мне для этого не нужна. Я и сам могу. Ученик Мэк, отправь-ка меня в мир Кэти. Там? Да, великий дракон. Мы прибыли в мир Кэти. Отвези меня к берегу. Я хочу найти шоколад. Да, великий дракон. Стой! Папа, остановись! Это та лодка, которую я видел. И это тот парень, что забрал Кэти. Давай за ними, папа! Не отходите от корабля! Что это? Я хочу такой! Великий дракон! Оракул, уничтожь это чудище! Оракул! У меня что-то не то с браслетом! Оракул меня не слушается! Быстро в корабль! Вот так и было перед тем, как лодка исчезла. Они собираются уматывать. Держись! Преследует нас! Великий дракон, мы не на той стороне границы. Что случилось? Где это мы? Великий дракон! Я спрошу этого парня, где Кэти. Это великий дракон. Схватите его. Эй!